Всем привет! Продолжаем прохождение игры Сёгун 2 Total War Закат самураев за фракцию Сага. Вот куда вот эти ребята двигаются все, я не могу понять, конечно. Куда вы все смещаетесь? Зачем вы это делаете? Взяли, ушли отсюда. Да? С этими что произошло, блин? Куда вы все смещаетесь, я не понимаю. О. Откуда он идет? Так, на самом таком, блин, участке, да? Давай поменяемся местами тогда. Ты сюда. Вот этих сюда. Давай, ты сюда. А вы тут будете. Вперед. Это полиция, да, что-то какая-то, помню, блин. Так, стреляют мои орудия. Нормально, вроде как потери наносят. 6 человек уже убили. Это кто такие, блин? Тут такие разрозненные одиночные отряды. С ними, я думаю, здесь должны справиться без проблем. Немножко по-другому сделаем. Вот так. Так, вы сюда идете. А вы сюда. А ты растягивайся вот так, таким образом. Так, ну что, попадаем? Пока что мимо попадаем. О, вот есть попадание. И здесь хорошо влупили. Нормально. Так, пошел обстрел. Стреляет мое ополчение здесь уже. Очень страшно, эта башня далеко. Блин, ну в упор не попадает, ну. В упор стреляет и хоть бы что. Ой, хорошо в самую толпу влупили. Ой, замечательная. Вот эти, да, стены. Ой, в такую толпу нормально. Блин, ну тут больше, по-моему, глушит, блин, нежели они тут погибают, они почти все встают. Как-то такой некачественный обстрел этот. Да, и вот, блин, встают почти все. Вроде кажется, в самую толпу лупят, да, один человек погиб, вот, в середину, вдали.
Потрясены. Ополчение с копьями, но сейчас убегут. Не успеет, наверное, не захватить. У меня ничего тут. Да. Все, пошли они. 15. Тут залп еще один им дали. Чем подступающим стрелять, я не понимаю. Трупы таком переворачиваются. Или это что, он тут лежал, притворялся, что ли? Так, здесь что? Ага, здесь они шли и несли потери. Тут тоже вроде как несут потери. Решили таким образом, да? Подняться. Ну давайте, давайте, ребят. Огонь на подавление. Блин, ну этим, конечно, досталось. Давай сюда. Им, конечно, досталось. Сколько их настрелял, все равно они еще рвутся в бой. Где-то уже в рукопашную слеснулись. Отступай сюда. Вот так даже. Вот так, да. Блин, у меня уже тут почти всех полицейских выбили. Так, давай вот этого сюда. Видишь, они... Вот так, да. Сюда они не идут, значит, что? Идут куда-то сюда. Ну-ка, давай сюда стань. Огонь на подавление. Залповый огонь. И этим тоже. Я думал, они сюда пойдут, блин, если честно. Тут их и выставил. Растягивайтесь, растягивайтесь. Так, тут что? Тут идет дальше перестрелка, смещаемся. Да, они угол этот выбьют. Огонь. Кстати, они неплохо так стреляют. У них хорошо попадает, да? У них, наверное, меткость 46 для сравнения. Меткость 61. Ну, вроде не такая уж и по сравнению с теми большая. Меткость 12. Ну да, с ополчением-то. Сюда, что ли, идут? Серьезно? Ну, давай, становись сюда. Интересно. Блин, давай быстрее сюда. Быстрее, 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 быстрее.
Вот так становись тоже. А, блин, не станешь, они сюда уже суются. Ладно, давай. Ой, хорошо. Вот эти хорошо, конечно, стали. Успел. Успел их поставить. Так, тут что? Тут добивают вроде как. Так, ну встаньте вы нормально, блин. Плотненько, да, вот так. Вот, такое у него в таком огневом мешке. И тут хорошо по ним накидывают. Замечательно. Здесь что? Здесь всех мы их выбили, да? Значит, сюда вперед. Так, что тут с полицейскими своими? Живы пока, да. Сюда разворачивайся. Я знаю, что она такого вон. Так. В ответ им здесь стреляют. Ой, хорошо. Сюда разворачивайся. Вот так. Вот сюда, да, остановись. Что такое? О, быстро, 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 быстро сюда. Быстро, быстро, вот так вот, да, сюда, 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 сюда. Ай, жаль. Ой, хорошо настреляли они. Кто эти? Да. Тоже давай сюда. Отлично. Так, эти сколько тут набили? 165. 8 человек, блин. Ай, жаль. Ой, хорошо, тут нарезали их. Всех догнать отступающих. Вперед. Замечательно. Вперед. Сюда давай. 400 человек они убили.
больше всего пользы принесли нам. А, уже нет смысла за ними, наверное, бежать. Много их, да, избежала, блин. Посмотрим, что с того выйдет. Догонят кого не. Ладно, нет смысла, блин, их преследовать, потому что они никого не догонят. Тридцать три человека я потерял. Он потерял 1201, да, почти всех. Шметки, вот тут остатки эти отступили. Наш сыноби обнаружен. Растущее недовольство. Так, а где замечен этот сыноби? Все там же, да. Все, он тут мне убил генерала, он тут все мне диверсии какие-то пытается сделать. Так, нормально. Так, Тоса. Давайте вам еще денег накину. Что у вас с деньгами? Вот 30 тысяч давать. 30 тысяч возьмите. Возьмите, пожалуйста, 30 тысяч. Штаб Синсингуми, да, вот что мне позволило. Кстати, у меня везде штаб Синсингуми стоит, нет? Сикайоку. Газета. Ну, именно везде, где я полицейский участок ставил. Суми Сикайоку. Ну, по идее, везде у меня должен быть гарнизон, эти ребята. Завод, да, замечательно.
Так. Еще два ходика, да, здесь гарнизон. Обстрел, замечательно. Сейчас осень, три хода, блин, будет зима потом. Надо идти. Надо идти штурмовать. Так, тогда надо этих сюда. Так, ты останови его. Что тут происходит, блин? Убеди их. Вообще не удалось. Тогда что надо сделать? Правильно, обстрелять. Блин, почти целый отряд. Морпехов по этого потрепал. Так, он куда идет вообще? В Оми, что ли? Или в Исы? Давайте в Оми. Так, тут подкрепление нигде не ожидается, да? Вроде нет. Что я тут? Кто это такие? Мацумая, да, наверное? Да. Приплыл сюда. Пшел он отсюда. Вот так вот. Бах, на. Сделаю так и здесь вот таким образом, да. Так, этому также проводим диверсию, чтобы он сейчас сюда не подошел. Этому тоже. Отлично. Кто здесь? Ах ты, хитрый жук. Так, ну, Сацумы здесь он две армии сюда мне отправил. Порт обстрелян. Давай сюда лучше подойдем, потому что давайте попробуем переманить. Отлично. Пушки я себе заберу.
и вот этих один отряд. Да, вот эти все свободны. Сюда пойдете. Обстрел. Замечательно. Мацумая, я смотрю, здесь... Ну да, он, в принципе, особо не воевал, так чуть-чуть потолкался, можно сказать, поэтому у него здесь силы, да, подсобирал он, подсобирал. Так, два хода, тут шесть ходов. Ладно, ждем. Сумасшедший, чем он тут вздумал, блин, меня штурмовать? Я би... Ага, у него тут пушки даже есть, да? Естественно. Повысить звание, да. Угодили ребятки в засаду. Попробуем автобоем здесь. 65 человек, отлично. Замечательно, он еще повысил свой ранг. Сюда их. У меня тут практически полноценная армия, ты посмотри. Авария. Пусть уже так, но особой роли здесь ничего не дало мне. Давай-ка возвращай его сюда. Диверсия в армии. Нет, давай здесь. Ты давай диверсию приведи. Так. Ты разберись с ними. Отлично. Все, убился. Сейчас я назад. Тут что? Готов. Так, готов, да? Обстрел, отлично, уже потрепанный. Главное не забыть про этих, да. Диверсия. Вот так. Посмотрим. А, забыл точно, я ж ранг повысил, военачальник. Сухой док. Так, аварии, аварии. Строим гарнизон для Микавы. Зря только сухой док. Обстрел.
Вот, отлично. Еще их вот так. 30 человек осталось. Что происходит, блин? Вот так, чтобы он мне ничего здесь не... Возвращайся обратно. Здесь, да, ночной бой. Так, тут что у нас? У нас здесь натиск охраны вселяет. Ну это все, я так понял, что это последнее, да? Боеприпасы. Сопротивление. Тут точно стрельбы всех отрядов. Дальше урон. Ну, мне нет, это не важно. Раз. Два. И вот это, да? Что тут? Натиск репрессии. СКС пополнение. И вот это, да. У меня тут полный генерал. Дай мне мой, блин. Вон, чтобы не убил никто, блин. Могут запросто эти господа тут поработать над ним. Блин, уже пообстреливали тут, не знаю. Магистрат Сикаюку. Так, а что это? Магистрат Сикаюку. Хорошо. Следующая цель моя еще будет. Татоми, да. Так, пойду сюда. Мешал бы, кстати, тут эти дзен этот. Отработать. Так, заканчиваем ход. Блин, ну да ну нафиг. Да, все мне пообстреливали. Еще один решил тут убиться об мой город. А как это они так прошли мимо засады? Как это вот они прошли мимо засады моей? Ну да. Убедить. Все, убедились. Я тебя не возьму тут ничего. Хватит на гарнизона, да, здесь какой-нибудь? По идее, хватит.
Так, возвращаемся все сюда, здесь, сюда. Убираю его. Отлично. Ой-ой-ой, сколько здесь, посмотрите. Диверсия в армии. Замок. Гарнизон увеличенный. Хорошо, пусть будет так. Муниципал. Казарма, да. Так, где я отключил? А, здесь, да. Сколько еще ходов? Еще 4 хода доход такой вот увеличенный большой. Замечательно. Жаль, тут нигде нет кораблей. Давай сюда. Не знаю, вряд ли ты, конечно, поможешь. А нет, может, и поможет. Возможно, и... Блин, да мне это не надо здесь. Ой, так. Тоса. Тоса наконец-то решился здесь гарнизон свой отправить куда-то. Не дают он мне подсобирать денег. 2,5 миллиона денег у меня. Но сейчас будет меньше, да, это все на ремонт я трачу. Ладно, давайте ход еще один пропустим. Сколько вообще у сада осталось территории? Сада 6. У Нагаука тоже 6. Айдзу больше всего 11, да. Сада уже выдохся здесь. Айдзу и... Мацумая. Даже так, да? Блин, убедить. Много денег, да, под пулеметы одни, посмотрите, блин, одни пулеметы строит человек. Вообще сумасшедший какой-то. Сумасшедший. Давайте посмотрим, что у него останется после обстрела тут. Ерунда у него тут осталась.
Ага. Показывает, что якобы не справлюсь. Ну, вообще, по идее, я справлюсь с ним, это точно. Если вот так. Это из-за пулеметов, да? Логически можно предположить, что я их раздолбал бы с корабельной артиллерии. Ой, ну что ж. Так, префектура, полицейский участок. Блин, лазят тут всякие. Как вышел, навалялка им тут. Еще может и не получиться. Получилось. Отлично. Так. Ситуация здесь, да, тяжелая, блин. Уничтожить. Куда они все прутся? На мины, что ли? Диверсия в армию. Не удалась. Диверсия в армию. Отлично. Здесь не могу, да, этих нанять никого. Давай этого хотя бы. Может, это получше был бы, нет? Два хода они тут. Значит, надо мне быстренько кого-то делать. Давай этого. Эти пусть будут. 21 вообще, блин, дешевые такие, на. Кого я тут попадаю? О, попал. Замечательно. О, так. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Давайте уже продолжим еще раз. Всем пока.